Демка, союзники, поехали. Это, если что, последняя демка до калибровки. В конце этого... Ой, Фури, да, насуждаю, ребята. Чел на аватарке Рёден. Почему я так называю? Потому что мне так захотелось. Оба на планту. Ну, конечно, вдвоем выскользнули. Вот козлы кругом ходят. Ну, конечно же, что спасает раунд фабом. Фабом это шедевр. Чуть-чуть проиграли. Потом много выиграли. Ой, пацан, ну чё ты? Надеюсь, он хоть пару хп им снял. Нельзя, последняя игра до калибровки. Что же закупить? Я злой. Ой-ой-ой. Неужели чел сейчас ничего не закупит? Дробь. Ой. Кто поможет всем? Конечно же, дробь. Автомат Калашникова. Люблю такое. Или АКР Спорт. Не, лучше уж такой. Он такой более обычный. Я вообще хочу себе купить Фамас Хилл, потому что мне в последнее время стал очень сильно нравиться. Апарты, ребята, вы сами прекрасно слышали их. Помогите. Нет, автомат Калашникова. Он ли спина вывоз, помогите. Он ли спина вывоз, ребята, рофлите. Помогите, мне какие-то попадаются. А, я хотел сказать, мне попадаются какие-то нефры, потом посмотрел на аватарку Рёдена и подумал, конечно, реально какие-то нефры попадаются против меня. Просто понимаете, я... Он ли спина? Взять калаш или М16? Сложный выбор, но в принципе вот это вот без скина, но зато зум, скорострельность. И вообще М16 лучше. Так, Тим, ты такой тупой бот. Ну понятно, вежливо общаться их просто не учили как бы. Ой, один залагал. Прям быстро за ним. Прям пока он далеко не ушел.
последний раунд первой половины матча. Ай, помогите. Ой. Да. О. У меня это багается, ребят, честно, я не фул. Я не люблю флудить в чат. Давай, уничтожь его. Ты по нему дал. Немножко такой просто, немножечко нефор. А, нефор вышел. Так, что же мне закупить? В принципе, в такой ситуации... Помогает вот такая вот вещь, как P90. И способность крысить. Даже моя способность крысить не пригодилась. Что же это не так-то? Ой, а скилл кто-нибудь-то? И самое, ребята, главное. Ой, спасибо. То, что он не просек, что я шел ему в спину. Я сейчас зайду в спину второй раз. Калаш. Ну, калаш круто, но М-ка с глушителем еще лучше вышел. Ой, нефор наконец-то вышел. Нефор вышел, ребята, ура. Ты слишком слаб для меня. Вы заметили? Слаб кто-то? No proof. Да, я, конечно, просто немножко еще сейчас дал. У человек! Братан, лучший! От души спасибо тебе, кайф! И, ребята, тот самый момент. Какое же нам звание после калибровочки? Ой, кайф! Прям хорошо стало, ребята. Сразу, сходу влетели. Сильвер 2 апнули сходу, ребята. Просто в офиге. Я очень классно, ребят. Сразу влетели и Сильвер 2. Опа, кайф. Ой, кайф, кайф. Закончил калибровку наконец-то. Ну капец, короче, ребят. Всем спасибо на встречу. Сильвер 2 нас встречает. Мы его не могли пропать в прошлом сезоне. Капец, мы, конечно, ботики, но ничего. Апнули, видите, Сильвер 2. Угу. Нужно будет идти бустить его, в принципе. Не знаю даже, что делать. У меня 10 боксов. Честь этого открою. В принципе, нам 16 выпадает этот. Ну ладно, в принципе, пофиг. Так, кайф просто. Просто кайф. Так, отлично. И, в принципе, всем спасибо. До новых встреч. Скин бустит, походу. Всем пока.